С 1 января 2019 года Кемеровская область, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с отходами. В Кузбассе разработана территориальная схема обращения с отходами, производства и потребления. В зону юг входит 11 муниципальных образований. В зоне север – 22 территории, в том числе и Ленинск-Кузнецкий. Новые правила вывоза и утилизации мусора начинают действовать и в Кемеровской области. Теперь полным циклом работ будут заниматься региональные операторы. В обязанности операторов входит сбор, транспортировка, обработка и утилизация захоронения отходов. В зоне севера региональным оператором является ООО «Чистый город». Уже прошли конкурсные процедуры по выбору перевозчиков. В Ленинске-Кузнецком сбором и перевозкой твердых коммунальных отходов занимается предприятие «Jump LK». На сегодняшний день предприятие оснастило специальной системой отслеживания все автомобили и мусорные контейнеры. В первую очередь изменения, связанные с вступлением в действие новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, коснулись тарифов на сбор и вывоз мусора. А также изменился принцип начисления платы. Теперь он будет начисляться и рассчитываться на человека. Норматив по накоплению отходов определила региональная энергетическая комиссия Кемеровской области. Для физических лиц он составил 2,073 куба на одного проживающего человека. Для юридических лиц нормативы разные и зависят от их категории. Для регионального оператора «Чистый город» тариф пока не установлен, но ориентировочно он составит 86 рублей с человека. В новой системе оплаты будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и нормативы накопления отходов. Сейчас начисление производится с квадратного метра, это в многоквартирных домах, а в индивидуальной жилищной застройке тариф на один дом и, впрочем, по нормативам. Так что уже в июльских квитанциях услуга по вывозу мусора будет выделена отдельной строкой. И услуга из жилищной перейдет в коммунальные. А значит, на нее также будут распространяться все льготы, которые предусмотрены законодательством. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.